Сегодня в экономическом календаре. В 18.00 выйдет важный показатель американской экономики – индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Значение показателя, превышающее прогноз, станет позитивным фактором для укрепления доллара. В 18.30 информационное агентство энергетики США сообщит данные о запасах сырой нефти. Снижение объема запасов может привести к росту цен на мировом рынке нефти. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.